я даже не пью. Дома. Здесь разводы не ушли. Аги, достань, там ножичек есть у меня в пакетике. Вот там сверху пакетик, да, вот там. Каша малаша какая-то. Покупала на Амазоне. Очень практически. С одной стороны пластмассовая, с другой стороны прям вставляется такая ножичек, как для бритья, лезвие. Вот, все замечательно отходит. Стекло не царапает. Ну, он предназначен для того, чтобы мыть сверху, ну, то есть чистить сверху эту, как ее, плитку. Ну, что сказать, еще много, в общем, чего здесь у меня накипевшего. Плохо видно, наверное, накипь еще много. Кстати, использую на кухне всегда такие вот махровые полотенца. Разных цветов, конечно, не только темные. Считаю, что они лучше впитывают влагу, чем какие-нибудь там, не знаю, вафельные, или как они там называются, хлопчатобумажные, хлопковые. У меня вот такие вот, так сказать, банные маленькие больше нравятся. Ну и так как я мою посуду посудомоечной машиной, кроме сковородок, поэтому у меня полотенца сильно не нужны. У меня их всего-навсего 4, не соврать, 4 штуки. Так, ну что, еще много чего пооставалось, но это вопрос времени, скажем так.